Мой дед Чусенко Виктор Степанович, участник Великой Отечественной войны. Когда началась война, ему было всего лишь 16 лет. В 1944 году деда призвали в ряды Красной армии. Он попал в артиллерийскую разведку. С боями дошел от родного города Первомайска до Бреслава, где и встретил победу. В нашей семье хранится настоящая реликвия, фронтовые дневники моего деда и его награды. По ним я смогла проследить путь, который мой дед шел к победе. Я горжусь своим героическим дедушкой.